Вы смотрите «Чудо техники». И теперь каждую неделю в специальной рубрике мы рассказываем о людях, которые не думают, что все на свете уже изобретено, и это можно купить в магазине. Нет, они засучивают рукава и творят сами. Наши умельцы недели. Огурчики, хрустящие, да со своей грядки. Так и хочется их съесть. Только вот открутить крышку часто бывает проблемой. В интернете полно роликов с полезными советами, как это сделать. Подержать в горячей воде, постучать ложкой или поддеть острым предметом. Нож завожу сюда, между крышкой и банкой, и чуть-чуть нож вот так вот проворачиваю. Но неужели нельзя как-то потехнологичнее? Вот и Игорь Якунин, предприниматель из Сергиева Посада, однажды задался этим вопросом, когда пытался справиться с очередной тугой банкой. Так и родился специальный ключ-открывалка. Мой приятель в гараже сделал такой вот прототип металлический. Сварил, так сказать, сурил, то есть чтобы вот можно будет так взять банку, вот его зажимаем и откручиваем. Убедился, что это работает конструкция. Ну, понятно, что это только принцип действия. А надо было придумать конструкцию, которая бы легко изготавливалась, была достаточно, имела достаточно низкую себестоимость. Вот, ну и кроме того, многофункциональная. Игорь пробовал, испытывал и теперь успешно продает свои открывалки. Но действительно ли они так уж облегчают задачу? Проверить решила наша хрупкая Катя Кондратьева. О, открылась! Серьезно? Так легко? Я даже ничего почти не сделала. Открывалок у Игоря уже 5 видов. Они справляются и с кольцами на жестяных банках, сберегая дамам маникюр, и с плотно сидящими крышками пластиковых бутылок. Покупатели оценили. Вечером раздался звонок телефонный. Я отвечаю, там в трубке слышу такой веселый, даже где-то немножко навеселее женский голос. Здравствуйте, вот это открывалка, это ваша? Наверное, моя. Знаете, нам тут подарили их. Мы вот тут сейчас в Домодедово сидим, открываем банки. Нам так хорошо. Вы знаете, такая хорошая штука. Большое вам спасибо. Но это был самый лучший отзыв, когда вот единственный раз, когда человек просто так в душевном порыве позвонил и поблагодарил. Да, смотришь на таких, как Игорь, и понимаешь, идеи лежат на поверхности. Главное их не упустить и не думать, что все уже изобретено. Мы продолжаем поиск новых умельцев для нашей постоянной рубрики и ждем ваши истории на сайте чудо.тек.